Хочу показать пиво. Называется Алтайский рай. Медовое пиво, темное. Сейчас вот здесь вот написано. Темное пиво с гречичным медом. Вот. Это польское пиво. В Польше производится. А изготавливается это пиво из алтайского меда. Так что вот, хотите знать, куда алтайский мед уходит? Пожалуйста. В Польшу. Для приготовления пива. Где тут показать рецепт сейчас? Вот. А что ж такое? Никак он не настроится что-то. Забавные слова здесь написаны. Точнее, как цитата из песни. Написано, что ребенок рождается. Ой, человек шетрапи. Не знаю, что такое человек шетрапи. Выходные наступают. Нужно напиться. Детско широджи, человек шетрапи. Уикенд надходит, чтобы еще напить. Что ж такое, не вижу. В общем, автором композиции соединение темного пива и уникального алтайского меда. Совместно с группой Попажени Каунчи, что в переводе означает обожженные кофем 3. И что интересно, в этом пиве содержание алтайского меда 35 грамм на 1 литр. О как. Мне нравится. Вкусное. Такое не сильно сладкое. Слегка с горчинкой. Правда, стаканчик такой от Джека Дэниелса. Салфетка грязная. Вот оно такое темное. Вот. Это пиво медовое на гречичном меде. Решила сегодня попробовать. Мне вообще нравится медовое пиво. Но это мне очень понравилось. Наверное, больше всех.